Господин Корман, мы хотим все же выяснить и получить объяснение, на каком основании в следующий четверг не будет заседания парламента. Кто принял решение проводить в зале заседаний парламента партийные тусовки, партийные мероприятия и приглашать за государственный счет представителей разных стран? У нас по плану проведения заседания парламента в четверг. Кто принял решение отменить? Если ЛДПМ хочет кого-то приглашать, пускай приглашает свой партийный офис через дорогу, кого угодно, но не за государственный счет. Поэтому мы требуем, чтобы на следующей неделе, в четверг, заседание парламента состоялось в соответствии с регламентом парламента в этом зале. Мы на него обязательно придем, кто бы здесь ни находился.